Всем привет, с вами Информ-ТВ. Многие фанаты в последнее время все чаще переживают за известного актера Бориса Корчевникова. Это связано с различными слухами о его здоровье. Также сочувствие вызывает тот факт, что у Бориса нет семьи, поэтому он вынужден в одиночестве переживать все свои проблемы. Это удивительно, ведь Корчевников является завидным женихом. Очевидно, что достаточное количество девушек хотят, чтобы он обратил на них внимание. Однако Борис предпочитает одиночество. Возможно, дело в том, что у Корчевникова уже были серьезные отношения с девушкой, которую он считал идеальной. Борис встретил свою первую любовь во время посещения церкви. Ее звали Анна Сесиль Свердлова. В те времена он был еще начинающим актером, которого мало кто знал. Анна имела довольно нетипичную фамилию для России. Оказалось, что девушка французского происхождения. В юном возрасте вместе с родителями она решила сменить страну и переехала. Ее мама и папа глубоко чтили религию, поэтому помимо обычных занятий девочка дополнительно посещала воскресную школу. Уже тогда было заметно, что она является очень талантливой. Родители помогли ей раскрыть свой потенциал, возили на танцы, балетную школу, а сама Анна мечтала, что в будущем будет сниматься в кино. Ее желание сбылось. Она смогла окончить ГИТИС, а потом начала свою творческую карьеру. Корчевников влюбился в нее с первого взгляда. Он искренне верил, что нашел любовь всей своей жизни. Они были вместе на протяжении 7 лет. Многие люди считали, что они уже давно официально зарегистрировали свои отношения, просто скрывают это от широкой общественности. После того, как новость об их разрыве разлетелась по всем СМИ, Борис уже был популярным телеведущим. Он готов был разделить с Анной славу, деньги и успех, но она его бросила. Причина разрыва отношений до сих пор остается неизвестной. Корчевников много раз пытался помириться и вернуть свою возлюбленную, но тщетно. Некоторые говорят, что Анне очень не нравилось современное телевидение, и она категорически не хотела, чтобы Борис там работал. Прошло уже несколько лет, а Корчевников все так же одинок. За все это время тему своей личной жизни он затронул один раз во время общения с Андреем Малаховым. Борис рассказал, что Анна была, цитата, «особенным и кристально чистым человеком», и для него было большой удачей встретить ее на своем жизненном пути. Стоит добавить, что она состоялась уже как актриса, однако на данный момент у нее тоже нет ни семьи, ни детей. Сейчас Анна много времени уделяет благотворительности и помощи нуждающимся. Если вам нравится телеведущий Борис Корчевников, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!